Цифра владельца этого имени, число 3, является первым числом в так называемом главном числовом ряду от 3 до 9. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквы К мешает им осуществлять намеченные планы. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Буква Ш в имени наделяет людей скромностью, граничащей с ранимостью. Согласная Ш в имени делает человека хладнокровным. В экстремальной ситуации он не поддается панике, сохраняет ясность мысли. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Буква Н в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Свет, краски, музыка и все, что излучает красоту, является для владельца этого имени источником глубоких. Люди с этим именем стараются жить активно, а поскольку достигают успеха более легко и быстро, чем другие. Случается, что они становятся поверхностными и эгоистичными и заботятся только об удовлетворении своих капризов. Кроме того, звук Е придает обаяние и простоту. Присутствие буквы О в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желании как можно полнее использовать свои способности и возможности. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Звук Н в имени этого человека считается знаком протеста. Значение буквы Ш в имени говорит о спокойствии и стабильности, тонком чувстве юмора, аналитическом складе ума. Звук Н говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. От душевного мятежа многие приходят к религии. Буква К символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.